Полтора миллиона рублей будет потрачено в городском округе Люберцы на зарплату подросткам, занятым в трудовых бригадах. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого. В 2017-м основной формой трудоустройства подростков стали ученические бригады. В них школьники занимаются озеленением, частично производят ремонт образовательных учреждений, а также школьной мебели. Трудовые бригады будут работать с июня по август на базе 23 учреждений округа. Трудятся школьники в соответствии с планами мероприятий, которые утверждены руководителями общеобразовательных организаций. В июне ребята занимались благоустройством пришкольных территорий, сажали и поливали растения, а в июле начали работу в школьных библиотеках и музеях, после чего они подготовят кабинеты к проведению ремонта. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.